Лариса Долина была замужем трижды, однако ребенок у нее только один. Сейчас дочери Ангелине 40 лет, но по мнению поклонников певицы и прессы, поведение женщины не соответствует ее возрасту. Что же не так с дочкой Ларисы Долиной? Беременность Долиной проходила тяжело, врачи рекомендовали больше лежать, дабы сохранить ребенка. Но Лариса их ослушалась, на 6-м месяце снявшись в фильме «Мы из джаза». Певица очень боялась, что начнутся преждевременные роды, но все обошлось. Несмотря на несколько угроз выкидышей и нарушения режима, Ангелина родилась здоровой. Долиной некогда было заниматься ее воспитанием, поэтому, когда Ангелина подросла, ее отправили в Лондон получать среднее образование. После она стала юристом, окончив российский вуз, но по профессии не работала ни дня. Дабы облегчить жизнь единственной дочери, Долина подарила ей готовый строительный бизнес, а дочери оставалось лишь руководить. Ну и на это она оказалась неспособной, бизнес рухнул, оставив лишь руины за собой. Казалось бы, ну в строительстве-то что могло пойти не так? Москва и по сей день строится. Может, вот из-за таких, кто неумело руководит купленным бизнесом? А потом Ангелина сделала то, что обычно делают женщины, когда не знают, чем себя занять. Родила дочь Сашу. Долина упорно молчала, кто же отец ребенка. Да и понятно, возможно, Ангелина и сама не в курсе, кто этот счастливчик. Певица души не чает в своей внучке, ни в чем ей не отказывает, вероятно, желая, чтобы она выросла такой же бесхребетной, как и любимая дочь. Когда все семейство появилось в студии шоу «Звезды сошлись», единственная, кто не повергла зрителей в шок, была сама Долина. Ангелина же вела себя странно, нервничала, размахивала руками и ерзала на диване. Внучка постоянно перебивала взрослых и складывалось впечатление, что эти две особы точно не родственники статной и интеллигентной Ларисы. Сейчас Ангелине 40 лет, она не занимается воспитанием дочери Саши, так как не знает, как это делать. А купить готовое, идеальное воспитание не получится, это же не строительный бизнес. Очень жаль, когда дети звезд не дотягивают даже до щиколотки знаменитых родителей, из раза в раз давая поводы для обсуждения и осуждения. А вы как думаете, Долина осознает, что ее дочь ни рыба, ни мясо? И никакой готовый бизнес не спасет положение? Или это черта характера от отца Анатолия Мианчинского, который был 21-м мужчиной в жизни певицы? Пишите ответы в комментариях.